Театрализованная игра дает возможность примерить на себя всевозможные роли, приобрести ценные навыки общения, а также помогает ребенку преодолеть неуверенность. В детском саду «Теремок» много лет успешно работает программа «Театральная деятельность», в рамках которой воспитанники подготовительной группы должны представить сценку из любого литературного произведения. Маленькие артисты с удовольствием приняли участие в сказке «Снежная королева». Они старались образно и выразительно передать характеры и настроения героев. А родители, которые присутствовали на спектакле, искренне переживали за артистов и получили эмоциональное удовольствие от просмотра.